день своей первой пятилетки ярославский губернатор Дмитрий Миронов ответит на вопросы журналистов. На площадке заканчиваются последние приготовления к пресс-конференции. Научная разработка с заботой об экологии. В Ярославском государственном техническом университете тестируют метод переработки обычных пластиковых бутылок в нити для 3D-принтера. Тихой сапой, но под камерами. В ярославском сегменте Рунета активно обсуждают видео, которое в дополнительных комментариях, как говорится в таких случаях, не нуждается. Гамбургеры в день. Главный американский бутерброд, обязанный своим появлением выходцем из Германии, отмечает день рождения. Какого короля фастфуда предпочитают ярославцы? Екатерина Сысоева это выяснила. И третье место в командном зачете. Ярославская школьница София Романова привезла на родину бронзу первенства Европы по выездке среди детей и юношества. Здравствуйте! В эфире «Время новостей» городского телеканала, в студии Юлия Тихомирова. Итак, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов встретится с главными редакторами региональных СМИ. Предыдущая пресс-конференция состоялась в марте прошлого года. Выбор нынешней даты не случайен. 28 июля исполняется ровно 5 лет, как Миронов стоит у руля политической, экономической и социальной жизни области. В 2017 году указом президента Владимира Путина он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, а позже победил на выборах. Итогом пятилетней работы во многом и будет посвящена встреча. В марте прошлого года в беседе приняли участие 60 человек. Тогда о проблемах региона и путях решения говорили 2 часа. Но этого оказалось мало, и общение продолжилось за рамками пресс-конференции. Еще 224 ярославца будут переселены в новое жилье. Как сообщили сегодня на общегородском совещании в мэрии, власти заключили контракт на строительство 7-этажного дома на 83 квартиры. Он появится по национальному проекту «Жилье и городская среда» для тех, кто переезжает из аварийных домов. В рамках третьего этапа у нас коллеги уже вышли на объект, установили по периметру забор, сделали вырубку деревьев. Вот, в ближайшие дни начнется раскрытие котлована. Работы заканчивает геодезист, и начнем уже котлован делать. А срок завершения работ по данному объекту у нас будет третий квартал 2022 года. На совещании мэру Ярославля отчитались и о возведении других объектов. В этом году планируют закончить садики-близнецы по 220 мест на Дядьковской. В первом работы по графику, во втором было отставание, но в августе подрядчик обещает усилиться. Сдача намечена на 4-й квартал. Заключен контракт на строительство школы на 1100 мест на Пашуковской. Подрядчик готовится к началу работ. По контракту учебное заведение сдадут в 4-м квартале будущего года. А вот школа на Чернопрудной готовится принять учеников через месяц. Завершается отделка и благоустройство, в помещение завозят мебель, оборудование, инвентарь. Здание будет соответствовать всем требованиям безопасности. Заборы, турникеты установлены, заканчивают систему видеонаблюдения. Вопрос по благоустройству необходимо усилить, так как температурный режим не позволял, чтобы взошла трава. К 1 сентября нам нужно полное озеленение и окончание примыкания всех дорог на территории школы, на подъездные пути. С точки зрения департамента образования также прошу вопрос держать на постоянном контроле, потому что лицензирование и подготовка документов к 1 сентября сейчас самый важный ответственный период. Нечетную сторону Комсомольской планируют открыть к 15 августа. Об этом сегодня сообщил глава агентства по муниципальному заказу ЖКХ мэрии Глеб Масленцев на общегородском совещании. На участке в 300 метров заменят все ливневые колодцы, асфальт, бордюры. На тротуарах появится новая плитка. Подрядчик ожидает ее поставку. Работы завершат согласно графику к концу лета. Загвоздка возникла только с владельцами трубопроводов. Городские власти заверяют, работы сетевиков будут завершены, не мешая асфальтированию. Мэр Владимир Волков поручил держать это на контроле. Обращались как раз-таки владельцы тех предприятий и помещений, которые находятся на этой улице. Соответственно, нужно все переложить, коллеги, чтобы после ремонта уже к этой улице не возвращаться. Один раз закрыть, отремонтировать и больше там ничего не перекапывать. И сегодня же мэр Ярославля Владимир Волков возглавил приемку улицы Малой Пролетарской. Участок от Московского проспекта до Мельничной ремонтировался по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и сдан раньше. Вместе с главой города дорогу принимали общественники, а также наш корреспондент Александр Захаров. Комплексный ремонт Малой Пролетарской нужен был давно. Ямочность, разрушенные тротуары – все это доставляло неудобства не только водителям, но и пешеходам. И
грязно, и плохо было. А вот я давно уже не была, примерно полмесяца, гораздо лучше. Бегу, даже радуюсь, что и здесь стало улучшение. Сами не видите, что ли? Все сделано, все отлично, все прекрасно. Так должно быть. Ремонт подрядчик начал 3 недели назад. За это время в 2 слоя уложил дорожное покрытие, обустроил тротуары, заменил знаки, установил остановочные павильоны. Ремонт выполнил досрочно на 10 дней. Большое интенсивное движение и асфальтобетонные работы приходилось проводить именно в выходные дни, когда снижался трафик, соответственно, ну, справились. Все сделали качественно. Насколько качественно выполнены работы по нацпроекту, сегодня проверила городская комиссия во главе с мэром Ярославля Владимиром Волковым. Он приехал на объект вместе с общественниками. Еще один очень важный нюанс – это все-таки канавы, водосточные канавы, потому что это частный сектор в основном по линии. И в этом году нас всех очень здорово топило. Поэтому канавы, которые ребята делают помимо тротуаров и дороги, за это им большое спасибо. Второй момент важный. Это то, что вот на такие работы по приемке стали приглашать общественность. И это правильно, потому что здесь напрямую можно мэру города сказать какие-то замечания и по текущей обстановке, и на будущее. Во время проверки городской комиссии присоединились и местные жители. Высказали пожелания. Я обратился вот к мэру, попросил, чтобы нам тут положили искусственную неровность перед пешеходным переходом, чтобы была возможность там как-то снизить скорость перед пешеходным и была возможность перейти. Глава города дал поручение учесть пожелания. Приемка дороги состоялась. Наша задача в этом году была реализовать 25 километров дорог отремонтированных, новых. Но мы ее превышаем и превышаем существенно. Поэтому все работы проводятся. Мы рады и можем уже уверенно об этом сообщить с опережением сроков. Подрядные организации очень ответственно подошли. Ремонт от Малой Пролетарской будет продолжен по тормозному шоссе. Здесь также с 2 сторон сделают тротуары, обустроят обочины на ширину 1,5 метра. Работы должны завершить к сентябрю. Александр Захаров, Денис Кауров, новости города. 70% жилфонда региона готово к зиме. Об этом городскому телеканалу сегодня сообщили в Белом доме. Готовность социальных объектов 64%, котельных 60%, тепловых сетей 79%, водопроводных 87%, канализационных 89%. Полная приемка объектов жилищно-коммунального хозяйства и соцсферы к отопительному сезону должна пройти до начала октября. Подготовку муниципальных образований к зиме контролирует комиссия при участии представителей Центра управления ЖКХ Ярославской области. Выездные инспекции прошли в 9 городских округах и районах. Продолжается активная подготовка к новому отопительному сезону и в Ярославле. Сетевики также работают по национальным проектам, например, безопасные качественные дороги. Причем сети ремонтируют капитально, с использованием современных материалов, с увеличенным сроком службы. Елена Златоустовская рассказывает. Это своего рода эксперимент, который длится уже 4-й год. Ярославские энергосистемы пертрубу начали использовать сначала исключительно на системах горячего водоснабжения. По наблюдениям специалистов, стоит она хорошо, проблем нет. Поэтому сейчас решено полиэтиленовые трубы монтировать и на отопление. Новый материал применяется на участке проспекта Авиаторов. Это последний отрезок, который находится в ведении организации и стоит в планах нынешнего года как ремонтный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Выполняется реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения под проспектом Авиаторов к жилому дому номер 12. Перед началом выполнения работ произведено обследование сети, выполнена проектная документация и с учетом оптимизации наружных сетей и внутридомовых сетей жилого дома. На данном участке применяются трубопроводы из термостойкого полиэтилена с тепловой изоляцией из пенополиуретана. Данные трубы обладают высокой степенью надежности, не подвержены коррозионным отложениям и имеют более долгий срок эксплуатации. Как заявляет производитель, эти трубы отлично стоят не менее 30 лет, но по факту примерно 50-70. Монтаж более удобный и быстрый, но требует специальной подготовки от сварщиков. А еще это более экономичный материал, тем более сейчас, когда цены на металл заметно выросли. Ну и у пертрубы есть свои особенности применения. С теплом мы в этом году применяем на несколько уже участков трубопроводов на поселке
переулке Октябрьском, на улице Портовой, от котельных, которые имеют низкий температурный график, 95 на 70. В общей сложности только на этом участке заменено более 250 метров сетей, как горячего водоснабжения, так и отопления. Причем ремонт проведен с обеих сторон проспекта Авиаторов, без скрытия дорожного полотна. Работы высокой степени готовности. С одной стороны, дороги уже полностью завершены, с другой осталось совсем чуть-чуть. Ремонтники идут четко по графику, и к началу августа монтаж нового трубопровода на данном участке будет завершен. Затем сюда придут уже дорожники. Елена Златоустовская, Михаил Орлов, новости города. Научная разработка с заботой об экологии. В Ярославском государственном техническом университете тестируют метод переработки обычных пластиковых бутылок в нити для 3D-принтера. Как технология поможет студентам и окружающей среде? Ответы сегодня узнала Екатерина Сысоева. Идея дарить вторую жизнь использованным пластиковым бутылкам у сотрудников вуза возникла полгода назад. Сначала изучали опыт коллег в интернете, потом совершенствовали его своим умом. Чтобы получалось качественнее, придумали сначала нагревать бутылки в специальной печи. Подвергаем его кристаллизации, в результате чего бутылка превращается в очень хрупкий материал, который легко перерабатывается на обычной мельнице. Перемолотый пластик превращается в порошок. Его-то и помещают в японскую установку. Это промышленный экструдер, соответственно, она расплавляет наш порошок и выдавливает этот пластик уже в виде тонкой нити. Чем больше бутылок, тем больше порошка и тем больше мы получим готового продукта. Здесь производство безотходное, поэтому сколько мы засыпали, например, килограмм, столько в конце мы и получили уже нитей. Готовая нить попадает в 3D-принтер. Сейчас здесь печатается деталь для того самого аппарата. Где-то через час получится вот такой результат. Технологией активно пользуются и студенты. Для учебных проектов нужны модели, а здесь такое подспорье из недорогого сырья. А если что-то не получается, можно переработать пластик и начать сначала. Кстати, крышечки от бутылок тоже не пропадают. Под прессом из них можно сделать практически что угодно. Бутылки собирают в вузе, на кафедрах и в кафетерии. В планах установить контейнеры во всех корпусах и даже общежитии. По словам специалистов, с сырьем проблем нет. Многие студенты и преподаватели ответственно относятся к заботе об экологии и охотно сдают пластик. В ЕГТУ считают, в будущем производство можно масштабировать, но пока метод не лишен недостатков, так что работы хватит. Сначала мы должны отработать, чтобы этот пруток у нас был действительно коммерческим продуктом, а не опытной разработкой. Коммерческий продукт должен быть лишен недостатков, которые есть в опытном образце. Соответственно, мы сейчас подбираем для него модификатор, чтобы он там хорошо печатался, не застревал в экструдере 3D-принтера при определенных негативных условиях, чтобы не кристаллизовался и, то есть, был печатался в широком диапазоне, примерно так же, как вот и промышленные образцы. В лаборатории это не единственный проект. Она давно сотрудничает с крупными предприятиями, разрабатывает технологии, рецептуры и возможности применения разных видов пластика. Так что останавливаться здесь не собираются. Екатерина Сысоева, Михаил Орлов, новости города. А вот других ярославцев, судя по всему, охрана экологии и переработка мусора не интересует принципиально. В ярославском сегменте Рунета активно обсуждают видео, которое в дополнительных комментариях, как говорят в таких случаях, не нуждается. На кадрах двое мужчин, мягко говоря, разгружают газель, а по факту выбрасывают старые автомобильные шины, причем территория, несмотря на то, что рядом мусорная площадка, для этого совершенно не предусмотрена. При этом осторожные грузчики каждый раз останавливают свою резиновую работу при проезде очередной машины. Авторы видео сообщают, что происходит все это на парижской коммуне. Пользователи уже окрестили этих людей нелестными словами и предложили передать видео в прокуратуру. Вторник у водителя этого внедорожника не задался с утра. У дома 36 по улице Республиканской в Ярославле он не заметил припаркованную машину. Результат невнимательности – снесенный забор и кила нарушителя на боку. Пострадавших нет, сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии. В переулке Коммунаров ночью полыхало. С понедельника на вторник в Дзержинском районе сгорел деревянный дом. Брошенная постройка площадью 6 на 6 была полностью уничтожена. Близлежащие высотки огнем не затронуты, никто не пострадал. На место выехали сотрудники полиции. Помощь МЧС не потребовалась. Причины возгорания устанавливаются. Вандалы в очередной раз испортили памятник федерального значения. Фасады вознесенских казарм Ярославля разрисовали маркерами, причем история повторяется с регулярной периодичностью. Подростки появляются поздно вечером и оставляют автографы. Один из последних случаев попал на камеры видеонаблюдения. Отмечу, с весны собственникам здания и арендаторам трижды приходится приводить в порядок стены, закрашивать надписи, а стоимость работ каждый раз 35 тысяч рублей.
Сегодня среди видеокамер и видеозаписи нашего наблюдения нашли этих лиц. Соответственно, будет вместе с фотографиями передано очередное заявление в РОВД Кировского района для принятия мер. Возвращаемся в прямой эфир новостей городского телеканала. О событиях вторника вместе со мной Юлией Тихомировой рассказывают корреспонденты информационной службы. Быстро и недорого. Два принципа фастфуда, королем которого по праву считают гамбургер. Появилось популярное блюдо 27 июля 1900-го и сегодня отмечает день рождения. Своим названием обязан выходцем из Гамбурга. Но прежде чем обрести мировую известность, прошло немало времени. Сейчас бургер наравне с джинсами – символ самой демократичной пищи, которую можно заказать в придорожной забегаловке и в ресторане. В один из ярославских отмечать праздник мы отправили Екатерину Сысоеву. 27 июля съесть на завтрак гамбургер считаю не зазорным, ведь сегодня король фастфуда празднует свой день рождения. Его традиционный облик – бифштекс между двумя круглыми булочками с соусом и листиком салата. Так блюдо выглядело в начале прошлого века. Сегодня же его потомки могут похвастаться целым набором разных добавок и начинок на любой вкус. Ровно 121 год назад Луи Лессинг продал первый гамбургер, но популярной еда стала не сразу. Звездный час пробил спустя 30 лет, когда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных с гамбургерами в виде основного блюда. Бургерная отличается скоростью подачи, скоростью принятия пищи, потому что темпы жизни нам диктуют свои условия, когда ты хочешь быстро что-то купить, быстро что-то съесть и бежать по своим делам. При этом вкусно поесть, интересно поесть. У каждого заведения свой стиль и рецептура. Положить между двух булочек могут что угодно. Но неизменный ингредиент – котлета. Ее и называют главным секретом вкусного блюда. Секрет у нас идет в приготовлении котлеты, то, что она всегда сочная, свежая. Вот. Сами делаем фарш, все сами делаем, из-за этого он сочно получается. Не только сочно, но и быстро. Название оправдано. На приготовление бургера уходит пара минут. Готовят сразу несколько поваров. Один жарит котлету, второй собирает начинку. Здесь и свежие овощи, и сыр, и соус. Вариаций масса. Но, по словам сотрудников, ярославцы предпочитают барбекю-чизбургер с большой котлетой на черной булочке. И хоть фастфуд считается вредной пищей, его ярых поклонников меньше не становится. Чего вредного нету? Я каждый день ем гамбургеры по 2-3 раза в день. Все в порядке. Чувствую себя замечательно. Спокойно к этому отношусь, потому что когда хочется вредного, то почему бы себе, собственно, и не позволить такую роскошь? Иногда можно, даже маленьким. Вот и воспитанников детского дома «Солнечный» ресторан порадовал вкусным подарком в честь праздника. Дети наши, конечно, очень счастливы и рады, потому что они в основном едят вкусную, полезную пищу. Но иногда хочется и чего-нибудь такого, другого. Ресторан помогает давно, сотрудники привозят одежду и игрушки, а к праздникам еще и угощения. Как говорят педагоги, важные события малыши запоминают благодаря вкусной еде. Но при этом не стоит забывать, что все хорошо в меру. Екатерина Сысоева, Михаил Орлов, новости города. И еще о еде, и не только. Ярославцы проводят жаркие дни со вкусом. Товары для дачи и летнего отдыха подорожали. Такую информацию приводит крупный аналитический интернет-сервис о ценах. И это значит, что городские жители спасаются от палящего солнца на природе. Так, спрос на маринаторы для шашлыка вырос на 178%. На сушилки для фруктов на 65%. Палаток куплено в полтора раза больше, чем в прошлом году. Лежаков на треть. На расхват надувные бассейны в два раза куплено больше, чем годом ранее. От дачников немного отстают те ярославцы, кто решил отправиться на море. Летом поиск товаров для плавания вырос на 30%. Количество покупателей кайтов и досок для серфинга увеличилось на 75%. На треть стали популярнее покупки катеров, яхт, гидроциклов. В лидерах оборудование для подводной съемки, рост на 135%. Жара также влияет на покупку сумок-холодильников, автохолодильников, термосумок, мороженец. Те ярославцы, которые любят отдыхать с особым комфортом, стали чаще покупать шампанское. Запросы выросли на 30%, а интерес к ведеркам для льда в два раза. Первый русский вновь в лонг-листе международной премии «Звезда театрала». Особенность ее в том, что за любимый театр голосуют зрители, а профессиональное жюри отсутствует. Но на этом демократичность не заканчивается. Каждый может внести кандидатуру своего театра в список. Волковский попал в лонг-лист сразу в трех номинациях. Лучший музыкальный спектакль «Еврейское счастье» в постановке Егора Дружинина, лучшая постановка иностранного режиссера «Отцы и дети» Анжея Бубеня и лучший региональный театр. Теперь до конца лета
каждый человек, каждый житель Ярославской области или любой другой может проголосовать онлайн за выход уже, условно говоря, в финал. Там, где мы попадаем уже в шорт-лист, и с сентября месяца по декабрь люди уже будут голосовать, исходя из трех номинований в каждой номинации. И сейчас к спортивной части выпуска. Ярославская «Грация» готовится к новому хоккейному сезону. Группа поддержки «Локомотива» не изменяет своим традициям и осенью готова удивить болельщиков оригинальными и, как всегда, зажигательными номерами на обновленной танцевальной площадке в Ледовой арене. Анна Лазоркина побывала сегодня на тренировке под открытым небом. Екатерина Галашева пришла в «Грацию» 4 года назад. Сначала занималась в группе «Тин Утро» и «Тин 1», поддерживала баскетбольную и футбольную команды. Теперь танцует в основном составе и вместе с другими готовится к долгожданному открытию хоккейного сезона. Стала танцевать на хоккее. Можно сказать, добилась того, зачем сюда приходила. Сам процесс тренировки – это просто не описать словами. Это те эмоции, за которыми стоит сюда приходить. Получается, так ты нарабатываешь опыт, а на самом выступлении ты уже просто выплескиваешь все, что вот у тебя за это время наработалось. Само выступление, признаются девчонки, настоящий праздник для всех. После легкая усталость, радостное ожидание нового матча и, конечно, очередных тренировок. Заряд энергии, бодрости меня очень вдохновляют тренировки. Я, в принципе, выбрала сама это, я на это готова, и мне это доставляет огромное удовольствие. Все меня поддерживают абсолютно, особенно когда у человека все получается. По-моему, это замечательно. Даже летом тренировки не прекращаются. Трижды в неделю педагоги занимаются с подопечными. И, конечно, никто не отменял домашние задания. Благодаря этому в «Грации», как говорят хореографы, все комсомолки и красавицы. Требования к нашим девчонкам – открытость, позитив, доброжелательность. Ну и, конечно же, навыки танцора никогда не будут лишними. Наша главная фишка – это танец с мишкой. Конечно же, у нас есть во время каждого хоккея один танец с мишкой. Он выходит, и девчонки зажигают вместе с ним. Вы увидите все на хоккее. Будет очень много интересного. Осенью по традиции в арене поклонников хоккея новой программой порадует основной состав «Грации» – 19 изящных и позитивных. Несколько интересных фактов. Макияж, прически они придумывают и делают сами, на подготовку минимум 2 часа. За матч костюмы сменяют трижды. Болельщики ценят их творчество, дарят комплименты и цветы. Мне очень часто об этом говорят, что, Юль, ну, «Грацию» видно издалека, и твоих девчонок видно издалека. Как они себя ведут, как они себя позиционируют, что они могут себе позволить, что не могут себе позволить в обществе. Специально занятий по стилю нет, но это же, знаете, как происходит? Ты пришел на тренировку, увидел, как одет твой педагог, и ты видишь, что это здорово. Уже 23 года «Грация» – неотъемлемая часть любой хоккейной игры в Ярославле. Девчонки – одна красивее другой, но главное – с их лиц не сходит улыбка, ведь счастлив тот, кто танцует. Анна Лазоркина, Денис Кауров, новости города. Третье место в командном зачете. Ярославская школьница София Романова привезла на родину бронзу первенства Европы по выездке среди детей и юношества. Спортсменка выступала в составе российской сборной. Как прошли ответственные соревнования, узнала сегодня Марина Смарагдова. Под безоблачным небом Испании София Романова выступала впервые. Для юниора минувшее первенство – потолок. Дальше взрослая карьера. Российская сборная, состоящая из 4 девочек, противостояла очень серьезной конкуренции. Лучшие – юные наездницы Европы. Полива Нова спортсменки показывали умение в выездке. Сейчас Берни Скайфолд отдыхает. 2 недели каникул без седла и усиленное питание. 5000 километров по дорогам Старого Света в спецфургоне. Это не шутка. Скайфолд – рыжий мерин. Он мой самый любимый, единственный конь. До него у меня был маленький серый вредный пони. Я ездила на нем 3 года со Скаем. Я не так давно, и я считаю, что мы добились больших успехов за 2 года совместной работы. Выступать было сложно, делится София. Из-за жары приходилось обливать коня водой, но четвероногий не подвел. За границей помогал и английский язык. Соня учится в 4-й спецшколе, между прочим, круглая отличница. В отличие от общеобразовательных, в конно-спортивных каникул не бывает. Скайфолд – представитель благородной ольденбургской породы, любит заботу и внимание. Рядом квартирует лошадка тренера Софии. Екатерина Волончунас – опытная спортсменка. Так же, как и подопечная, выступала на международных соревнованиях. Но воспитанница – это другое.
Я на своем первенстве Европы волновалась меньше, чем когда Соня вышла на манеж. Потому что ребенок вышел, меня вот так вот всю колбасило, ребенок был спокоен. То есть не дай бог тренер, чтобы не передал свое волнение, потому что это все потом передастся лошади, и старт может уже не удастся. Поэтому работать с детьми это вообще довольно непросто. На достигнутом не останавливаемся, говорят и тренер, и спортсменка. Впереди достаточно престижных турниров. И есть на кого равняться. Ведь тренером Екатерины был Валерий Волков, чемпион Московской Олимпиады. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, новости города. В Ярославской области прошли тренировочные соревнования по триатлону для спортсменов Центрального федерального округа. В живописные места под Рыбинском приехали 40 спортсменов. Они преодолели олимпийскую дистанцию, заплыв на 1,5 километра в открытой воде, 40 километров на велосипеде и 10 бегом. Первое место среди мужчин завоевал участник юношеских олимпийских игр 2012 года Никита Хабаров. А среди женщин лучшей стала чемпионка России по морскому многоборью и чемпионка большого московского триатлона Владлена Соловьева. Задача стартов – проверить возможности трасс на Рыбинском курорте в боевом режиме. Организаторы планируют создать на его территории базу для проведения тренировок, сборов и стартов по триатлону. В МХЛ станет больше ярославцев. Состав участников регулярного чемпионата молодежной хоккейной лиги пополнят «Локо-76» и «Пермский молот». Таким образом, у молодежки будет играть сразу две команды из областной столицы. Всего за Кубок Харламова поборются 34 состава, разделенных на западную и восточную конференции. Напомню, в прошлом сезоне ярославский «Локо» вышел из этой борьбы с серебром. Теперь к погоде. На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение. Из-за ливня это касается и Краснодара. В культурную столицу возвращается аномальная жара, а вот в Златоглавой ждут циклон, затопивший Европу. Что в Ярославле в среду? Ольга Муравьева ответит. В студии Ольга Муравьева. Здравствуйте. Переменная облачность в Ярославле будет наблюдаться на протяжении всего дня. Возможно, кратковременные дожди. Подробности далее. Некогда нам гревать. Время крышу покрывать. Построив свой шикарный дом, пора подумать про забор. Металлочерепица, профнастил, водосточные системы, профильные трубы. Металлопроф. 338-339. В среду ночью в Ярославле облачно без осадков. Температура 12 градусов. Ветер северо-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В среду днем в Ярославле переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Температура 30 градусов, ветер южный 2 м/с. Влажность воздуха 55%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. Хорошего продолжения недели. До встречи на городском телеканале. На сегодня, через мгновение на городском телеканале сериал «Комиссар Мегре». Встречайте самого известного в мире полицейского с трубкой. На сегодня у меня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах городского телеканала во ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме. В студии работала Юлия Тихомирова. Хорошего вечера и до встречи завтра в это же время.